My name is Reggie. I like guys. Здорово, YouTube. Люди скидывают в Discord свои мемы, я должен засмеяться. И если меня какой-то мем рассмешит, человек, который скинул мем, получит роль в Дискорде, мемолог. Так что да, окей, мы будем начинать потихоньку. Я бы тоже хотел быть в мире Майнкрафта, кстати. Это довольно прикольная тема. Прикиньте, вы вот просыпаетесь, смотрите в окно, и вы в Майнкрафте. Красота. Забавно. Ну-ка. Это не Сигма! Ну, значит, он гигачат, скорее всего. Но он пытался хотя бы. Бондёрно. О, бондёрно. Кот сказал бондёрно. Это милый мем, но это не смешной. Он просто прикольный, забавный мем. Неплохой мем, мне нравится. Класс. Супер. Следующий мем. Опоздал, Соник. Теперь я сертифицированный грузоподъемник. Я давным-давно этот мем видел. Именно из-за этого видоса я спародировал как-то голос Эггмана на своем канале по озвучке «Голос Бубы». Ты опоздал, Соник! Теперь я сертифицированный работник погрузки. Это прикольный мем, мне нравится. Он классный. Но я не засмеялся, ты роль не получаешь, извини. Слышь, братан, ты чё плачешь-то? Ты же стал чемпом UFC. Да блин, чувак. Я дома, посуду не помыл. Ну ты сам понимаешь, о чем я. Понимаю, брат. Я навернул большую тарелку гречки с молоком, съел гематогенку. Теперь я чемп. Дайте мне читос, я заслужил. Реально, он заслужил чипсы. Да-да-да. Все верно, все верно. Да. Похлопаем нашему чемпиону. Он большой молодец. Следующий мем. Hi, my name is Reggie. I like guys. Еще раз. Hi, my name is Reggie. I like guys. О, это было близко очень сильно. Это было очень близко. Фух. Следующий мем. Smile face. Бум в голову. Мне нравится быть снайпером. Интересная работа на свежем воздухе. Пушной — это классика. Я его раньше в детстве смотрел, передачи «Галилео». Какое же было золотое время по СТС это смотреть после школы. В 3 часа дня каждый раз по СТС включали «Галилео». Золотое время. Да. Золотое время. Следующий мем. Неплохо, неплохо. Блин, это же видос из лайка, там такой кринж должен быть. Какая же херня. I have a shotgun. Let me prove it.
Не стоит так проверять на взрывчатость ракеты. Не стоит так проверять. Еще раз. Вот это близко было. Мне понравился мем. Воу, 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 стоп! 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 Не надо на Дискорд! Значит, Евгением Чайковым, да. Просто я представляю, каково это в реальной жизни. Я представил. Ладно. Don't ask me where I'm at, you know? I'm somewhere where you can't be, you know what I mean? Look at them cows. What's good? What's up? Блять. Это не напугай и проиграю. Чё за хрень? Ещё раз. Я проиграл. Он заслужил роль мимолога. Он заслужил роль мимолог. Пожалуйста. Что ж, это был «Засмеялся, проиграл» вместе со зрителями. Они скидывали мемы, и тот, кто победил, получил роль мемолог. На этом видос заканчивается. Всем спасибо за просмотр, подписка, лайк. Переходите обязательно на Twitch, ссылочка будет в описании. Приходите, тоже скидывайте мемы. Всех люблю, всем спасибо, всех обнял. Покеда. Yeah,